Смех – это солнце. Оно прогоняет с наших лиц зиму. Знаете, одному мальчику у нас подарили на 15-летие набор слесаря. Мальчик спился через 3 недели и сорвал контрольные по физкультуре все. Вот представьте себе, а я этим занимаюсь уже больше 10 лет. Разыграли. Алло. А, Денис Владимирович. Да. Добрый день. Это Иван Антонович Новохатько, украинская инюрколлегия. Есть минута времени у вас? Да, говорите. Смотрите, мы получили запрос от наших коллег из Сингапура. Ага. Хотели просто выяснить. Вы были где-то полгода назад, да? Правильно, я не ошибаюсь? Ну, а в чем собственно вопрос, я так не могу понять. Ну, смотрите, у нас есть такой отдел правовых конфликтов. Ага. Дело в том, что мы получили запрос как раз с пожеланиями выяснить у вас обстоятельства, при которых вот сделаны были эти видеозаписи, на которых вы нарушаете общественный порядок и курите на улицах Сингапура. Вы видели, да, эти записи? Нет. Мы просто получили уже официальную претензию в связи с вашим вот как бы недопустимым поведением в Сингапуре. Вы знаете, да, какие последствия это, так сказать, влечет за собой? Надо нашутить, нет? Смотрите, суть претензии сводится к тому, что вы курили на улице в необозначенных местах, грубо нарушая законодательство Сингапура. С учетом того, что штраф за каждую выкуренную сигарету составляет $500, то вы должны государству Сингапура достаточно крупную сумму. Поэтому нужно уточнить, вы были там в частной поездке или в служебной? Кто ответчик является? Потому что если служебный... Откуда вы вообще мой номер телефона взяли? Ну так смотрите, мы же все данные, которые были собраны с службами Сингапура, мы их перепроверили. Действительно, есть информация о пересечении границы, действительно, есть информация, что... Вы... Номера мобильного телефона не может быть ни у кого. Как ни у кого? Агентство, которое оформляло вам перелет, естественно, сообщило нам все ваши координаты. И этот мобильный телефон? Ну, понятно, конечно. То есть просто у них нет данных по поводу того, были ли вы в служебной поездке или в частной такого поездке. Такого не может быть. Нет, я вам объясняю, что из заброшенного вами в местный водоем окурка было отравлено 5000 кубометров воды. Вы знаете об этом? Это существенно усугубляет ситуацию. Я вообще не понимаю, кто вы и что вы от меня хотите. Смотрите, вы неоднократно нарушали общественный порядок, курили на улицах, но теперь нужно выяснить, вы курили сигареты, приобретенные в Сингапуре или завезенные контрабандой. Я вообще не понимаю, что вы хотите от меня. Вы меня разыгрываете сейчас, что ли? Денис Владимирович, ну, вопрос достаточно серьезен, потому что вам предоставляется возможность отработать штраф в качестве, например, наглядного пособия о вреде курения. Вы следующую свою поездку в Сингапур сможете кашлять, пугать всех цветом лица и оплачивать... Не Дмитрий Чекалкин, нет? Денис Владимирович, предчувствие вас не обманули, действительно. В эфире самого веселого радио. Поздравляем вас с рождением дочери. Спасибо огромное. Спасибо. Денис Владимирович, за вашу улыбку, которую вы держите на ширине плеч. Денис и Андрей, ваши друзья, поздравляют вас в эфире самого веселого радио.